Всем-всем-всем-всем-всем, привет! Мы на Let's Fish, снова путешествуем по локациям. Мы никуда не ушли с Азии, там же находимся, но сегодня мы на Амуре. Амур, локация называется, доступна с первого уровня. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Берите с собой какие-то вкусняшки и давайте мы вместе смотреть и ловить рыбу. Еще раз повторю, игра обновилась. И сейчас она мне больше нравится, чем то, что было раньше. Ну, намного лучше стало. И уже убрали этот противный скрипящий звук, когда вы вытягиваете рыбу. Сделали более приятным, мягким для слуха. Мне это очень нравится. Но я вот тут не могу найти атлантического осетра. Прикормку. Ладно, тут, по-моему, его и не надо. Угу. Давайте ему кушку тогда сделаем. Это прикормка белуга. Да что ж все это? Вот не пошло с прикормками. Ну не пошло прям. Кушку делаем. Ну и все. Я замолкаю, а мы давайте начнем ловить. Да, и здесь как спиннинговая, так и поплавочная. Мы начинаем с поплавочной.
Ну, вот так вот наша серия, походу, за змееголову поймали. Заканчивается. Не забывайте подписываться на канал, порекомендовать друзьям. Ну, а я с вами прощаюсь. Выловим последние две, наверное, рыбки. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.